привет! Мы с вами на очередном объекте. Здесь мы сегодня закончили работы по фасаду. Сейчас кратко расскажем вам, какие материалы мы здесь использовали. Так, давайте по порядку. Вот стены мы смонтировали. Это у нас скошенный планкент. Это термолиственница сорта Б. Вот откосы. Мы использовали прямой планкен, также из термолиственницы, все тот же сорт АБ, покраска маслом. И еще у нас были свесы кровли, вот. Здесь мы решили чуть-чуть сэкономить на материале и использовали обычную хвою, вот, на скосах кровли, тоже сорт АБ, скошенный планкен, покрытый тоже маслом. Также хочу обратить внимание на угловые элементы. В качестве углов мы использовали фальшбалки. Также они термированы из лиственниц сорта Б. Мы их изготавливали на производстве и покрасили тем же маслом. Также хочу обратить внимание, вот у нас балки торчат. Это балкончик будет маленький, а в этом месте будет терраса и будет навесик такой из поликарбоната. Вот, в качестве материала мы использовали хвою, это строганная доска. Мы ее отброшировали и покрасили маслом черный цвет. На террасе также использовали вот два цвета. Еще была такая задумка сделать балки, вот как декоративные элементы. Вот это мы делали на производстве. Это из строганной доски, 40 на 195. Вот такое решение было дизайнерское. Мы его воплотили, эту мысль, в реальность. Вот так получилось. Также интересным решением было вот использовать на фасаде несколько цветов из той же термолиственницы. Вот мы здесь сделали стеночку светлым цветом, здесь темным. И свесы у нас также получились тоже светленькие, очень даже красиво.